День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Derek the Deathfin. Это очень необычная игра с очень необычным графическим стилем, потому что здесь все сделано из бумаги, это очень классно смотрится. И давайте просто посмотрим на игру. Игра сейчас есть на Greenlight, вы можете ее взять на главной страничке, на Десуре, ну и на всех остальных страницах, кроме Steam, потому что на Steam она пока что на Greenlight еще не вышла. Так что если вам понравится то, что вы увидите, дайте ей палец вверх. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть глобус, абсолютно не круглый глобус, в котором у нас есть разные зоны. У нас есть Америка и Азия. Америку я уже прошел, Азию я только-только начинаю проходить. Чтобы открыть следующую зону, нам нужно прыгнуть сквозь 12 колес и собрать 590 вот таких вот обкуренных алмазов. Или я даже не знаю, что это такое. Сапфир? Нет, по цвету. Это очень-очень розовый рубин. Вот так вот, обкуренный розовый рубин. Итак, давайте пойдем на следующий уровень и посмотрим, что же это такое. В игре есть несколько разных типов уровней. В основном это выживание. То есть нам нужно добраться до конца, собрать как можно больше обкуренных алмазов, прыгнуть сквозь как можно больше колес и в то же время выжить. Ага. Ух ты, господи. Потому что у нас наверху есть вот эта вот полосочка. Это наш гу... я промахнулся. Нет, давайте вернемся. Так, вот. Давайте скушаем брокколи и еще рыб. Так, давайте. Я опять промахнулся. Я не хочу промахиваться, я хочу попасть туда. Так, вот как. И... Так, давайте скушаем рыбок, чтобы не умереть. А, это я промахнулся. И... Оп! Колесо, будь ты проклято, колесо. Я хочу сквозь тебя прыгнуть. Да, и, конечно, колеса и рубины нам нужны. Есть, отлично. Нам нужны, чтобы открыть следующий мир, следующие уровни. Но у нас очень мало здоровья. Нет. Вон рыба. Есть. Есть. Все хорошо. Так, давайте прыгнем сквозь колесо. Нет. Так, это как-то... Нет. Опять здоровье. А, где рыба? Почему? Почему от меня закрыли рыбу? Фух. Так, хорошо. Но колесо 186 рубинов обкуренных. Окей, так, какая черепашка. Как раз, по-моему, если вы заплатите чуть больше на сайте, вам дадут файлы, чтобы можно было распечатать, сделать себе из бумаги всех. По крайней мере, вам дадут сделать акулу. Но черепашка мне намного больше нравится, она такая... Итак, поехали дальше. Я играю контроллером. Можно играть на клавиатуре, но контроллером лучше. Игра была сделана сначала для приставок, то есть она сделана для контроллера. Куда? Что происходит? Что происходит? Это нужно было... Нет. Этот уровень у нас на время, оказывается. Это не на выживание. Так, давайте тогда попытаемся пройти его как можно быстрее. Поехали. Так, тихо. Едем. Ну, не бьемся головой об стенку. Так, это я не съел перчик. Без перчика невозможно. Вот, делать этот сумасшедший прыжок. А там куча рыбы, которую можно скушать. Так, хорошо, все понятно, давайте попытаемся. И как вы видите, игра не очень простая, потому что нужно привыкнуть к управлению, нужно сориентироваться всегда, куда идти. Вот так, хорошо. Ну, по крайней мере, я отсюда выпрыгнул. Давайте, кушаем. Господи, что произошло? Я прошел уровень. Так, хорошо, следующий уровень на выживание. Обычно у нас на время на выживание, потом у нас босс. Почему я начинаю в небесах? Как я туда попал? Пожалуйста, скажите мне, как я туда попал?
я до колес не допрыгнул, но давайте скушаем рыбок, потому что я проголодался. Хорошо, хорошо. Поплывем дальше. Пустите меня туда, я должен был там. Так, у нас есть специальные вещи, которые меня запускают. Так, тут. Перед, что он делает? Он ничего не делает. Я там пропустил прыжок, он был очень хорошим. Так, тихо. Пока мы кушаем рубины, мы не тратим время, так что на это стоит всегда потратить время. Что это за кролики? Кролики, а как вы попали сюда? Бедные кролики. Так, давайте, нужно... Так, да. Так, нужно скушать как минимум кроликов. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Есть, хорошо. Уп, хороший прыжок. И еще раз. Почему-то кролики стояли друг на друге. И эти кролики, ну, у каждого свое хобби, что поделаешь. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Есть, хорошо. Поп-поп. Рыбы-крабы. Рыбы-крабы-рыбы-крабы. А-а-а, какая большая пирамида кроликов. Так, понятно, они издеваются. Так, давайте скушаем всех кроликов. А почему бы и нет? Потому что я хочу скушать всех кроликов. Все, отлично. Хорошо. И... А как? Все понятно. Здесь нужно с разгону. Уп-па-па-па-па-па-па-па. Так, плохо. Я не пойду. Но... Нет. Так, хорошо, давайте я еще раз попробую этот уровень пройти, потом я вам покажу босса, которого я уже прошел. Так, есть, попал, хорошо. Это колесо не пропустил, а здесь можно, так, давайте покушаем, потому что это мне не нравится, то, что там музыка начинает играть. Куда меня это бросает, там, когда эту пилюлю кушаешь, она начинает, вот так мы начинаем дергаться, кушать все направо и налево. Так, хорошо, спокойно. Когда мне это абсолютно не надо, я прыгаю как дельфин. Когда мне нужно прыгнуть наверх, у меня не получается. Кролики. Нет, давайте вернемся. Давайте рубинчики соберем. Ням-н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 ям. Есть, хорошо. Ха, нет, вот здесь нужно прыгнуть. Так, из глубины нужно прыгнуть. Разгон. Здесь нужно разгонять. Есть! Я, по-моему, скушал верх. Нет, верхнего кролика я не скушал. Крабы. Есть, отлично. Давайте я не буду тратить время на то, чтобы кушать этих кроликов. И вместо этого попытаюсь. Уп! Так, кролики, спасите меня. Ням-н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 ям. Есть, кроликов скушали. Так, давайте еще раз попытаемся. Уп! Есть, так. Ой, господи, давай, быстрее. Так, давайте с разгону. Скушали, есть. Фух, есть, идем дальше. Фух. Еле-еле, душа сидит. Хорошо, давайте теперь я вам покажу босса. Босс не такой же сложный, как вы себе, как можно себе представить. Он такой, он маленький, он очень простой. Так, по-моему, это босс был, да, это, по-моему, босс был. Это может быть даже не босс, здесь у нас просто по сюжету мы пытаемся отомстить злым людям, которые засоряют, все грабят, все разоряют. И которые превратили наших родителей в тунец, и поэтому мы пытаемся сейчас им все сломать. То есть у нас вот эта вот кнопка есть, которая включает у них бурильную станцию. Оп, хорошо, видите, она так ня-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 ня, но не опускается полностью вниз. Так что нам это нужно все разрушить. У нас также есть вот там наверху, уии, вот эта вот рыба, которую нужно столкнуть. Уии, давайте так его попробуем столкнуть. Я ее перепрыгнул. А, вот она, все, она упала. И эта рыба, то есть она, по-моему, это все-таки рыба. Я не знаю, что она делала снаружи. Но, видите, у нее есть плавник. Так, хорошо, давайте плывем. И тяп. Вот так вот. И вот такая вот игрушка. На скорость, на умение, на собирание. Смотрится классно, с приятным юмором. Это можно было бы назвать детской игрой и игрой для детей. Но, скажу вам честно, мне очень мило поиграть. Она быстрая, она прикольная. Она, и вправду, еще раз повторюсь, смотрится очень-очень классно. Так что,
Я не знаю, стоит ли ее сейчас за полную цену брать за доллары. Лучше дайте ей палец вверх, она будет на Стиме, и тогда можно будет по русским расценкам взять игрушку. И я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео.